вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні у мене гість, а значить пан. Його звати Олександр Летичевський. Привіт. Можна, привет. Можна Саша? Можна Саша. Я тебя не представила никак, просто назвала имя и фамилию, потому что мне сложно определиться. Сейчас ты для многих, кто пользуется сетью Facebook, анекдоты от Летичевского, рубрика ежедневная. Да. Многие тебя не знают, не знают, кто ты, не знают, что ты, но подписаны и читают. И я слышу даже в транспорте, как в старые добрые времена, или в старые, но не добрые, как в газете, да, а читали там сегодня, там кто-то, кто-то цитирует, еду тихо радуюсь, потому что я тебя знаю лично, но не знаю, как тебя сегодня представить. Ты кто? Да вот кто я. Александр Летичевский, один из бородатых анекдотов. Вот, была такая передача на радио в 96-м по 2000-й. Вот, к сожалению, у нас осталась половина из бородатых анекдотов. А было вас сколько? Было нас четверо. Володя Кольцов и Гена Грибницкий ушли из жизни. Вот. Остались мы с Олегом Фастовским. Хотя вот анекдотами занимаюсь я. То есть, поэтому, наверное, я анекдотчик. Или анекдотист. Или анекдотер. Анекдотер. Может быть, и анекдотер. Во всяком случае, я их люблю нежно и трепетно. То есть ты собиратель, рассказчик, кто еще? Анекдот, систематизатор. Дело в том, что анекдот не рассказанный. Вот если его услышать, а не рассказать, он внутри начинает умирать и дурно пахнуть. Угу. Поэтому его обязательно надо пересказать. Есть не очень большое количество людей, которым я обязательно звоню и что-нибудь, кроме того, что я пишу. Вот уже 6 лет ежедневно по 13 анекдотов, чертова дюжина. А есть люди, которым я обязательно звоню и рассказываю, потому что не рассказывать анекдоты нельзя. Ты проверяешь реакцию или ты даешь жизнь анекдоту, или то и другое? Я и реакцию проверяю. Есть определенные люди, я с их вкусом как бы сверяюсь. Потому что анекдоты могут быть и пошлые, и вот. Ну, а главное правило – это рассказать анекдот, который можно рассказывать в большой компании малознакомых людей и дам. Например, давай, представь себе, что у нас сейчас большая компания, а у нас зрителей много, малознакомые люди, дамы, даже дети, наверное. Есть что-то такое универсальное? Вот опять же из серии «Расскажи анекдот». И меня клинит. Но когда, к слову, они сами вылазят. Вот откуда, я не знаю, из головы. Они изнутри вылазят и сами рассказываются. Ну вот про Шекспира тогда анекдот. Ну расскажи про Шекспира. Да, Шекспир застал свою жену с любовником. Она посмотрела на него и говорит, ой, только не делай из этого трагедию. Или из коротеньких, любимый. Алло, это кто? Где? Все, то есть скромненько. Давай возьмем паузу в анекдотах, иначе я не смогу продолжать. Давай откатимся к маленькому Саше, да, потому что взрослый Саша и сколько там, 40 лет жизни с анекдотом, да, ну как-то же это появилось, как-то появилось. Это было заложено. Появилось. Ты в Днепре родился, в Днепропетровске? В Днепропетровске. Кто твои родители? Папа работал на шинном заводе. Мама у меня медработник, то есть фельдшер-акушерка, медсестра. Вот она работала в разных больницах. А папа на заводе кем работал? Папа киповец, слесарь кип, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Вот шинный завод, он еще практически с момента строительства там попал и всю жизнь проработал там. Вот. Я не выдержал больше года на шинном заводе. Вот. И как только меня пригласили в филармонию, я тут же поднял свою тушку и сбежал туда. А кем ты хотел быть в детстве, ты помнишь? В детстве? Даже не знаю, но вот
Папа играл в оркестре шинного завода на большом барабане. И в 6 лет меня, ну, то есть, в 6 лет он меня взял с собой на демонстрацию, или, как тогда говорили, на парад. На парад, да. Да, я шел за оркестром, там нас несколько детей вот таких вот. Они представляли шинный завод, да? Ну, оркестр впереди, а там еще машина с какой-то, платформа, да, оркестр, и дальше все люди. Ну, и нас так перед трибуной запихнули, так, между взрослыми. Ну, а потом мы пошли к папам. Нас там было человек 5 детей, вот, которых такие вот 6-8 лет там. И вот в тот момент я понял, что, наверное, я все-таки хочу вот так вот. Духовой оркестр. На парады ходить? Или на барабане? Знаешь, наверное, на барабане, но я музыкальную школу пошел сам. Ну, то есть пришли люди и сказал, пришел дядечка и сказал, набираем духовой оркестр в музыкальную школу. Я первый побежал записываться. Я таки из всех, кто поступил в эту музыкальную школу, у нас 2 человека закончило. Я еще один там парень. По классу чего ты закончил? По классу флейты. Какая связь с барабаном? Не было преподавателя. Да, духовой ударный инструмент. Я закончил. Научился играть на саксофоне сам. Вот, а папа меня научил играть на барабанах. И в какой-то момент я просто пересел. То есть все пионерские лагеря я барабанил, в школе, в ансамбле. Играл на ударных, ну и так далее. И вот таким вот образом по свадьбам играл. Флейтистом ты не стал? Нет. К сожалению, как это, маловостребованная. Хотя первые деньги я заработал вот на флейте. Опа, интересно. С духовым оркестром шинного завода. Меня взяли, мне уже было лет 10. И меня взяли на парад и заплатили мне 5 рублей. На что потратил? Я даже не помню сейчас, на что я потратил, но сам факт того, что я заработал, и что музыка, в общем-то, в то время могла кормить как-то. Тоже хлеб? Да. Ну, а потом я когда стал играть на ударных по свадьбам и так далее. Что было дальше? Ты а дальше куда-то, я уехал. Куда-то... Я ты уехал. Закончил школу? Я закончил Хорошо школу. Закончил? Ну, средняя. Средняя. И вот. Куда-то поступать. Поступали, да, же я не поступил никуда, к сожалению. Не смог? Ну, я не прошел по конкурсу. Я чего-то там не добрал каких-то баллов. А куда? Вообще в Харьковский институт культуры. Угу. Но это я замахнулся сильно, потому что там были ребята после музыкального училища или культпросвета, которые были грамотнее меня. Ну, то есть был опыт. Опыт и знания. У меня знания на уровне музыкальной школы, это так было, рывок в никуда. Вот. И я ушел, то есть меня папа отвел на завод, сказал, нефиг бездельничать. Я проработал год на заводе, готовился в институт поступать, уже в обычный, думал, вот в химтех. Ходил на курсы, продолжал играть. В какой-то момент встретился с артистами Днепропетровской филармонии. Вот. Ну, был ансамбль «Красная гвоздика», а потом еще ансамбль «Счастливое детство» в Карла Либкнехта. Мы встретились на концерте, после нас они выступали. И как бы мой свет, у меня уже на тот момент был небольшой свет свой, и меня, в общем-то, предложили мне пойти поработать осветителем в филармонии. Оказался в нужное время, в нужном месте, да еще и со своим светом. Да, да, да. Годик в филармонии я ушел в армию, после армии я поступил в музыкальное училище. И все было вроде как замечательно. Я работал в нашей филармонии. Потом меня пригласили в цыганский ансамбль. Я в двух, да, в один, потом во второй. Я в двух цыганских ансамблях проработал где-то 6 лет. Что ты там делал? Играл на барабанах. То есть просто играл на барабанах, ездил на гастроли. Слушай, ну ты же не цыган. Я слышала, что цыгане, цыганские ансамбли состоят принципиально только из ромов. Не, ну похож, конечно. Как-то сказать, но музыканты всегда не цыгане. А, вот так. А потому что они на гитаре в основном. У нас был маленький состав. То есть
бас-гитара, аккордеон, барабаны и две простые гитарки. И второй коллектив, это был вообще цыганский мюзик-холл большой. Вот, его уже нет давно, но это был серьезный коллектив. То есть оркестр был примерно по составу уровня Чикаго. То есть три дудки, ритм-группа. Обалденная пианистка, которая играла джаз так, что... Это такой хороший бенд был, да? Да, вот серьезно, скрипач. Единственный нюанс был, основная масса музыкантов, ну, кроме нашей пианистки, они хорошие, но они пили, и из-за этого вот уровень, угу. Как бы они опускались. Угу. То есть мастерство не пропьешь на самом мастерство деле. Мастерство не пропьешь, они такое играли. Но развитию это мешает. Чардаш Монти на тромбоне ногой. Как? Ну вот так тромбонист наш Паша играл. Зачем? Ногой. А это он дразнил нашего скрипача. Понятно. Вот. Но он играл его четко, в ритме, все это замечательно. Вот, музыканты обалденные, это большая, огромная школа была работать с ними. Вот, но в какой-то момент я просто понял, что я как музыкант себя... исчерпал? Если я даже буду 26 часов в сутки заниматься, я уже не буду лучше играть. А подросли мальчики. А мне уже было к тому моменту лет 27. Подросли мальчики, которые играют, ну просто видно. Бодрее, круче. И так далее. И вернувшись сюда, в Днепр, я в нашей филармонии в дверях столкнулся с Мишей Дубилетом, который был администратором группы «Кредо». Первое, что он сказал мне после слова «Привет», я ухожу из «Кредо», пойдешь вместо меня? Я ни секунды не задумываясь сказал «Да». Я 2 года отвозил группу «Кредо», администратор. В каком составе? Олег Косько, Крымовы, муж с женой, Володя Зайцев на гитаре, Юрий Бабенцев на саксофоне. Собственно, вот такой состав был. Без барабанов, с электронным тем, синтезатором. Вот. И тоже была замечательная школа, то есть хороший, в общем-то, опыт, хорошие люди, то есть ничего. И воспоминания хорошие. Воспоминания, да. То есть, во всяком случае, я объездил весь, почти весь Союз. Ну, могу точно называть 2 крайних точки, от Калининграда до Сахалина. Вот. Одно лето цыганское у нас было просто убийственно. Мы отработали май Сочи, Гагры, Сухуми, начало июня. Потом у нас был Дальний Восток, Сахалин, Камчатка, Сахалин. Оттуда мы приехали в Ярославль на юбилей области. Там надо было на стадионе 2 концерта отработать. После этого уехали в Калининград. И из Калининграда улетели в Крым. Вот я за одно лето практически вот эту 6-ю часть суши пересек 2 раза в оба конца. Слушай, когда ты успел жениться, я даже не представляю. А жениться я после всего, когда уже ушел отовсюду. Когда осел, да? Осел, да. Работал в киноклубе «Мысль» у Ирины Михайловны Никитиной. Вот, и был там Юра Гольдштейн. Он меня взял администратором. Мы с ним замечательно мотались и возили фильмы из посольств, показывали. Опять мотались? А я говорю, когда ты успел жениться? А вы опять мотались? Нет, мы мотались. Мы ездили там в посольство Франции, в посольство Италии. Буквально на один день ту же Москву. И в Госфильмофонд, еще куда-то. Нам что-то присылали по области. Мы зарабатывали коммерческим показом для того, чтобы показывать клубное кино. Вот, собственно, опять же, все вокруг творчества. Кто ты по образованию, фактически? Ой, фактически я студент-заочник. Ты не закончил? Почему? Я закончил. У меня 3 образования, ну, кроме музучилища, я его бросил. Ну, хорошо, ну, значит, закончил. Значит, законченное образование, уже же не студент. Театральный институт. Специальность? Театроведение, экономика. Так. Организация театрального дела. Во. Класс. Вот. Супер.
Театральный деловар. Да. Ну. По моему диплому потом еще 10 лет учили студентов. Что, какая тема была? Оптимизация учебного плана вузовской подготовки театроведов, менеджеров, продюсеров. Сейчас очень актуальна тема оптимизации вообще любого образования. Надо доставать. А я просто взял эту, ну, это был 93-й год, я перерыл кучу литературы, я его сам писал честно, и к театроведческим дисциплинам российской школы, она серьезная, экономику все взял из американских бизнес-школ. То есть чему надо учить было так, ну, тогда. Сейчас опять все изменилось. Сейчас уже они больше продюсеры, чем администраторы. Вот. Ну, а потом я закончил наш институт региональный госуправления по управлению Дриду-наду? Проектами. Угу. Да, ДРИДУ. ДРИДУ-наду. Да, по управлению проектами. Это уже было в 2000-х, вот, собственно. Хорошо. Вот мы этот бэкграунд запомним, изучим. Теперь анекдоты. Наверное, для того, чтобы в твоей жизни появились анекдоты в таком количестве, да, и в такой форме, должно было что-то в детстве, вот этот чутье, этот слух, да, вот эта жилка, я не знаю, это чувство юмора, оно должно было как-то проснуться. Папа. Папа. Папа любил анекдоты, папа их рассказывал. И журнал «Крокодил». Вот первые анекдоты были почерпнуты оттуда. Ну, типа, вот это же я сейчас не вспомнил. А, жена мужа спрашивает, говорит, ты ребенка искупал? Говорит, да. А что сандалики не снял? Вроде как бы и не сильно смешно, но в то время... Ну, жизненно. Ну, жизненно, да. Папы, они иногда... Не очень внимательные. Да, то есть папа – это не мама. Есть такая чудная песня. Папа может... Но не все. Только мама и не может быть. Только мама и не может быть, да. Поэтому, а папа был хороший рассказчик. Да. Папа анекдоты умел рассказывать. Но вот анекдоты, я до сих пор не умею писать большие сочинения. Но зато я умею писать короткие фразы. Это вот этот кайф, когда в 2-3 предложения можно вместить замечательную, ну, то есть сюжет. Сюжет, да, сентенция. Кто там поспорил, я уже не помню. Хемингуэй с каким-то писателем, по-моему, что тот уложится сюжет фильма в 10 секунд. Он считает 10, 9, дама смотрит на экран. И считают 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Ракета взлетает на экране, она берет трубку и звонит. Милый, он улетел, приезжай. Уложился, сюжет. Уложился в 10 секунд, все. Замечательно, поэтому, но это тоже как бы анекдоты из жизни. Анекдот это ведь смешная история, в общем-то, достаточно жизненная. Очень много анекдотов исторических. О писателях, о всяких исторических личностях и так далее. Ну, есть анекдоты, которые связаны с трагическими событиями в жизни общества, скажем. Есть же много анекдотов о Сталине, допустим, да? Ты Сталину сноску, он тебе ссылку, да? То есть, ну, говорят, что это реальные фразы какие-то, да? Там есть анекдоты, которые приписывают Раневской, но тоже не анекдоты, а есть мнение, что она так говорила, например, а это стало анекдотом, потому что это... Ну, это тоже не она говорила, а как бы приписывают. Фаина Георгиевна была очень, очень культурный человек, хотя вот у них там была своя компания. Вот, я промолчу просто. Компания культурных людей. Ну, да. Более жестких
пошляков и матерщинников, чем профессура разных вузов, я не слышал. Ну, это сублимация, я думаю. Просто когда ты постоянно в рафинированной среде находишься, хочется немножко едку. В какой-то момент расслабляешься, да, и надо вот дать выход вот этим вот эмоциям, потому что иначе можно ж, как это, крышку сорвет, как в чайнике. Ну, совершенно верно, да. Нужно отпустить подкорку, дабы, ну, поэтому многие люди пьют, мы же знаем, да, потому что они не могут расслабиться иначе. Мне довелось просто когда-то побывать в очень молодом возрасте. Ну, не в юном, а, скажем, в молодом, побывать в компании профессуры одного из вузов. Ну, вот случайно у меня туда. Я попал вообще случайно. Молчи, да, молчи. Да, я молчу, да, да. Ты анекдоты систематизируешь, ты их как-то собираешь, ты их записываешь. Их они у тебя, ну, эта коллекция, она в голове, она где-то записывает. Вообще, как родились бородатые анекдоты? Был ли какой-то момент, когда ты понял, что ну, это, этим надо делиться? Ну, я просто всегда любил рассказывать, и когда я был... А я был директором радио «Мрия». Да. Когда я был директором радио «Мрия», а я им был. А я им был, да, какое-то не очень большое время. Мы просто стояли, болтали. Я, Олег Фастовский, он там на телевидении был. Мы что-то болтали и пришли к мысли, что хорошо бы анекдотную передачу. А перед этим я еще на одном из радио, из первых радио, пытался рассказывать анекдоты там по выходным. То есть это все было записывалось на вот эти огромные магнитофоны. То есть мы сидели там где-нибудь, писали, а потом это в субботу или вечером выдавалось в эфир, там штук 10 анекдотов. Олег предложил вот эту идею, в общем-то, обратной связи. То есть не мы рассказываем, а нам рассказывают анекдоты, но не заканчивают. А мы их должны закончить, продолжить. Если мы не продолжили, человек получает какой-то приз. А если мы закончили, то человек получает просто аплодисменты. Угу. Это в прямом эфире было? Это было все в прямом эфире. И тут как бы подошел Гена. Мы поговорили, решили, что как-то у нас небольшой опыт вещания в прямом эфире, и для как это? Уверенности. Ну, не то, что даже для уверенности, а нам надо был фейс передачи, и мы взяли Кольцова. Угу. Он уже был в КВН. То есть нужен был бренд, я поняла. И мы каждую неделю по четвергам, первый раз мы трусили страшно. Слушай, ну, бородатый анекдот, это же такая... каламбур, на самом деле, то, что вы все были бородатые. Мы все были бородатые. Хотя это радио, никто вас там не видит. Но я помню, даже логотипчик был, да. Четыре, так вот, как четыре бородатых. В том виде, в котором мы привыкли видеть классиков марксизма-ленинизма, да? Да? Вот эта аллюзия была. И, значит, четыре бородатых лица, узнаваемых, карикатурных, но узнаваемых, шаржи были такие, да, но при этом словосочетание «бородатый анекдот» имеет и другое значение, то есть это старый, там, заюзанный, например, да. Анекдотов такой... старых не бывает. Анекдот бывает в тему или не в тему. Если он даже бородатый, сильный, старый, но он... Сейчас говорят баян, кстати, вот, да, часто говорят. Если баян. Он к месту, то это замечательно. Поэтому вот, а так как мы стояли все бородатые, то мы решили, что ну а почему нет, замечательное название. Угу. И мы вышли в эфир, это был 96-й год, август, такой фурорчик в городе начался. Вот, и мы работали, потом радио наше закрыли. Вот, по неким причинам. Мы ушли на другое радио. То есть мы покочевали. Радио было EDI, и радио было Премьер, и радио Шансон. Вот. Было много всяких веселых случаев.
Вот, однажды мы с Олегом Фастовским вдвоем вели передачу. Кольцов уехал на гастроли, а Гена тоже куда-то исчез. И мы попросили Колю Пивненко посидеть с нами третьим. И Коля нас объявила, дальше рта ему открыть не дали. То есть вы за четверых отработали? Мы вдвоем отработали, после чего Коля посмотрел, сказал, я так не могу. Вот это был вот звонок за звонком, звонок за звонком. Это классно, это вот люди звонили, это было действительно классно. Когда программы не стало совсем? Вместе с этим радио или она потом перекочевала куда-то? Нет, мы перекочевали на другие радио, а ходили по разным радио, а закончилось просто, как это, рекламодателей, спонсоров, вот как-то вот. Не нашлось, все радио стали уходить в Киев и становиться глобальными. И здесь это оказалось никому не надо. То есть, как бы ехать в Киев. Чтобы рассказывать там анекдоты? Да, мы могли это делать технически из Днепра, не выезжая никуда. Вот. Но никто не захотел возиться. В общем, 4 года это был, в общем-то, для передачи вполне приличный срок, которая была узнаваема и ожидаемо. Ну, ее до сих пор помнят, значит, это было хорошо, это было узнаваемо, хотя это было радио, но вот визуально я помню эту картинку. Все приходит и куда-то уходит, и ничего страшного в этом нет. То есть ничто не вечно. Вот. После этого... Ну, анекдоты-то остались в своей жизни. Куда их девать, эти пласты накопления? Ну, вот это было сложно, потому что уже появился сайт анекдот.ру, еще какие-то интернеты, все где-то кто-то что-то писали, я куда-то тоже выкладывал. Вот. А потом появился Facebook. Я начал потихонечку какие-то анекдоты по одному, по два выкладывать на Facebook, на своей страничке. Вот. Все это. А потом... Изучал аудиторию? Да нет, просто я делился тем, что мне нравилось. Я ж не просто выкладывал, я выкладывал вот тот анекдот, который мне понравился. Зашел. Я посмеялся, дошел. Да, я делился с людьми, и те, кто мои френды, друзья и читатели, они тоже получали этот анекдот в подарок от меня. Прирост аудитории произошел у тебя? Да, по сравнению с тем временем, да. Там было человек там 15, может, от силы. Вот. Прям сегодня, уже прошло 3 часа до нашего эфира. Идеальная жизнь – это хорошие друзья, хорошие книги и дремлющая совесть. Ну, слушай, ну это не анекдот уже, мне кажется, это уже философия такая. Ну вот каждый день первым, сейчас вот первым номером у меня идет некая фраза, которая, скажем, афоризм, не анекдот, афоризм какой-то, который я где-нибудь нахожу, и потом я пытаюсь под него подобрать все остальное. Как иногда здороваться со Змеем Горынычем? Да, здрасте, здрасте, здрасте. У иного на лице написано тоже. Что и на заборе, ой. Это сегодняшнее. Я не проверяю, это мы с тобой играем в программу «Бородатые анекдоты». Закончишь ты или нет? Да, да, да. Еще Змея Горыныча люблю. Люблю этого персонажа, между прочим, персонаж-то настоящий. Есть у нас в Украине такая река Горынь. И был там воевода, которого прозвище было Змей, потому что был он хитрый и ловкий. И это не сказочный персонаж, это вот настоящий. Это я в каких-то книгах случайно нашел. Более того, он еще и наш. Он еще и наш. Вот. А так, ну, один из любимых анекдотов, что Змей Горыныч любив по вечерам, распив бутылочку, сидеть и петь на 3 голоса. Я очень люблю анекдоты, в которых игра слов, но я филолог, да? Мне нравится, люблю. Когда одно слово придает, получает новое значение. Там, например, этот известный украинский анекдот, когда кума везут в реанимацию, там он під простирадло, там, знаєш, а біжить за ним кум і каже, куми, а горілочки, той каже, куми, та у мене ж
Кома, він каже, куме, ну так що, кома, це ще не крапка. Це ще не крапка. Взагалі супер, знаєш, ну, мало да, того, що... Так, це один із вот лучших. Мало того, що це вот языковой анекдот, да, то есть нужно еще и тут понимать, в чем соль. Ну, и он и жизненный, и он и украинский такой, и он общечеловеческий, да, потому что кум куму, конечно, хочет лучше предложить даже в последний момент. А чого ми у вас час п'ємо за здоров'я? Давай вип'ємо за щастя. Та ні, я тут на десь зустрів своє щастя, а здоров'я не хватило. Да, совершенно верно. Класс, супер. Хорошо, давай что ли по классификации. Мы все знаем, что есть анекдоты про Штирлица, про Винни-Пуха, про... там, я не знаю, чукчей, еврейские, армянское радио, да, отдельная история. Там, я не знаю, какие еще перестроечные анекдоты, диссидентские. И была история в нашем детстве, в моей юности, да, когда говорили, что анекдоты придумывают определенные структуры, определенные, есть целые институты, да, что это все особая работа, пропаганда, там, вбросы и так далее. Ты этот вопрос изучал? Ну, как тебе сказать, у меня просто своя классификация анекдотов, абсолютно давай. Другая. Давай. Вот. А по поводу, как ты говоришь, изобретают анекдоты не из жизни. Вот буквально, ну, давненько это уже было, мне приходит на электронную почту на работе, значит, письмо, спам, конечно, но приходит, большими буквами, убей суку. Нифига себе. Ровно через минуту. Убей скуку. Ночной клуб приглашает. Вот. Это мои эффекты фикции. Уже. Твои эффекты фикции, да. Или ребенок у меня в свое время отожгла дочь. Ее только в садик отдали. 3 года. Приходит домой. Говорит, что мама. На завтра день будет, пластилин надо в садику, на завтра день цветного пластилина. Ну, вечером, где искать пластилин, это же надо это. Жена повела ее в садик и спросить у воспитательницы, может успеть там куда-то. Казалось, день святого Валентина. Ну, ребенок так услышал, ну, так интерпретировал. Да, а да, часто да. Анекдоты из каких-то интерпретаций левых и возникают. Не дочув, вот. Не добачив, знаешь. Поэтому там. Все это из жизни. Какая у тебя, ты говоришь, у тебя своя классификация. Классификация, ну, это вот анекдоты я делю на 3 категории, собственно. Классические. Это вот, какое имя не подставь, оно будет, то есть... Он будет всегда актуален. Основополагающие. Ну, классические мне даже сейчас сложно представить. Ну, вспомнить так вот не смогу. Основополагающие – это которые, как моральный кодекс строителя капитализма. Один из лучших этих анекдотов, когда приходит... священу, скажем так, к раввину приходит девушка, говорит, треба замуж выходить, вот не знаю, как лучше в первую брачную ночь, в сорочке или без сорочки. Тут влезает в разговор молодой человек, говорит, треба, мне тут родственники наследство оставили, подскажите, что лучше сделать, в банк положить или в дело вложить? Поворачивается, говорит, ну, дочь моя, как бы ты ни оделась, тебя все равно отымеют. И вас это тоже касается, молодой человек. Это еврейский анекдот? Да он никакой, скажи, священник, любой, скажи. То есть это просто вот основополагающий анекдот. То есть не все равно как, главное что. Так и получается все в жизни. То есть многие люди думают всегда, как одеться, как выглядеть, как обо мне подумать, что обо мне подумать. То есть это житейская такая мудрость, да? Да, да, да. Uh-huh. Вот. А третье – это все остальные анекдоты. Собственно,
Я их не делю, нет, просто... Мне режиссер подсказывает, еще бывают смешные и не смешные. Да. Есть не смешные анекдоты? Или это не смешные анекдот? Есть. Есть? Есть, когда они не к месту рассказаны. Вот, и когда... Есть люди, которые просто не умеют рассказывать. Вот, то есть ты не делишь, там есть еще там абсурдные, например, анекдоты, да, типа там есть чернушные, повесился. Нет, есть чернушные анекдоты. Чернушные, да. Вот, но тем не менее, вот такие, вот как ты говоришь, я вот ничего не распечатывал, с собой не брал. Вот только из-за того, что разговаривать, потому что если бы я взял стопку анекдотов, это было бы нечестно просто. Опять я бы сидел и листал. Поэтому. Ну, про Штирлица есть анекдоты? Есть. И они про Штирлица или они основополагающие? Да нет, ну про Штирлица анекдоты. Да вот последний анекдот про Штирлица. Когда Штирлиц заходит в кабинет к Мюллеру, там темно, пытается включить свет. Такой рев Мюллера. Куда? А перчатки одеть? Я еще хотела, я напряглась при слове «последний» и хотела спросить, неужели про Штирлица еще сочиняют? Я думала, какое-то конечное количество... Ну вот, как бы вот... Ну, это уже скорее основополагающий, ну, это вот про... Нет, смешнее, это про карантин. Смешнее про Штирь. Это что же это как бы вот такая ну, же, как бы, да, про штука. Другого уже не скажешь. Ну... Это как бы на злобу дня, но про Штирлица, вот. Да. И тогда хотя смешнее. Я люблю одесские анекдоты. Они смешные, и они житейские. Одесские — это отдельная категория? Их можно это выделить вот в отдельную? Это вот отдельная. А они, в общем-то, основополагающие вот... Там все связано с привозом, с людьми. Такая одесско-еврейская тема, которую очень трудно не затронуть, потому что это образ жизни определенный, это образ вот, общины. Вот, ну, вот в Одессе, там вообще много национальностей. Здесь в Днепре у нас не меньше, у нас просто как-то это может не так заметно. А там же ж никто не обращает внимания, кто ты. И... Ну, Одесса – портовый город, понятно. Я там вот увидела своего первого иностранца, поскольку я-то родилась в закрытом городе и жила в закрытом городе. И я помню, как это. То есть мне казалось, что это нормально, мне же не с чем было сравнивать. Да. Это везде так, да? На эту тему как раз вот анекдот я тебе хотя рассказываю. Хотя мы не почтовый ящик до такой степени, как там Саров, например, да, но тем не менее, да. А первого своего иностранца я видела в Одессе, я очень удивилась, что, оказывается, бывают люди другого вот цвета. В Одесском и для меня это был шок. В Одесском порту два босяка сидят и смотрят, как пришвартовывается пароход. Большой красивый лайнер, пускается трап, и оттуда сходит негр в белом костюме, в белой шляпе, с тросточкой, с сигарой, и он так идет по трапу, это говорит: «Джора, смотри, дикарь». Ну, это нетолерантный анекдот, сегодня бы сказали. А вот этого не про меня, у меня нет толерантных анекдотов. В моем детстве папа тоже очень любил рассказывать анекдоты, и я выросла в еврейском дворике, и мы с тобой до эфира говорили об этом, и ты сказал, что нет еврейских анекдотов как таковых, да, мы сейчас вернемся к этой теме, но в ходу были такие вот диалоги, типа, значит: «Джора, я нашел макинтош, ну так бери его, так в нем человек, ну так вытряхни». То есть это вот вроде босяцтва, как у... но подставь любое другое имя, Вася, Петя, да, все то же самое, история все то же самое, но колорита добавлял, колорит, легкий, да, акцент, легкий налет, отношение, возможно, к нет нации, или там, например: «Жора, жарь рыбу», так рыбы нету, ты жарь, рыба будет, да, то есть что смешного на самом деле, непонятно, рыба, но люди смеются. Рыба — это вообще отдельная тема. Это чисто одесская тема, потому что там порт, там море, там это рыба. Вот, я слышал на привозе замечательную фразу, когда парень говорит: «И что эта рыба стоит?» Она ему говорит, что-то, говорит: «Мадам, побойтесь Бога, это же не рыба, это кошачий кишечник». О, фильм «Волны Черного моря», по-моему, был, когда мадам Стороженко, да. Бички, да, знаешь, ей приносят, дети приносят, да, бычков, которых они эти наловили, да, она, да, им говорит: «Что это не бички, это же воши», и бросает их, да, так с пренебрежением, ну, мелкая рыбка. Да. Ну, эта сцена, она просто врезается в память.
Хотя это эпизодический персонаж, мадам Стороженко, да, ну, помню, я ее запомнила на всю жизнь. Ну, такой потому что это колорит. Потому что полный привоз таких мадам Стороженко. Ну, это как тетя Песя в ликвидации, ликвидации там и так далее. В ликвидации, да. Там таких много. Я первый раз попал в Одессу проездом из Днепропетровска в Кишинев. Ехал на гастролях. И вот мне надо было смотаться на переговорный пункт, позвонить в Кишинев, чтобы нас там встретили, сказать, какой этот самый вагон. И, собственно, вернуться. Вот. Ну, таксист меня за бесплатно отвез. Я ему всю дорогу рассказывал анекдоты, и он сказал, что я таких не знаю. Видишь, это анекдоты, это же валюта. Вот, и это было что-то. Он меня честно отвез, подождал, вернул обратно. Мы с ним очень так... Я ему честно заплатил, конечно, но это был вот в армии, собственно. За счет анекдотов я какие-то послабления имел. Я периодически вел всякие концерты самодеятельности. Был такой как бы конферансье. Вот. Там особенно не надо было конферировать, но анекдоты рассказывать было надо. Вот. Поднимать моральный дух. Ты готовил заранее или это была импровизация? Нет, ну тут заранее что-то готовилось. Да, моральный дух нельзя с кондачка поднимать, вот, можно да. Не то ляпнуть. Вот, кстати, поэтому... никогда не страдал за анекдоты? То, что был выигрыш, я уже вижу. Нет, а... за анекдоты не страдал. Не сидел точно, я вижу. Точно не сидел. Слушай, ну за анекдоты же при Сталине это сажали. Ну, это не только при Сталине. Не-не-не, при Сталине я уже... Я еще не жил. Ну, тебе понятно, почему за анекдоты сажали? Ну, условно за анекдоты, да? Да потому что страх у власти в том, что о них могут плохо подумать. В чем сила анекдота в таком случае? Это же сила. Вот если ты читаешь, собственно, мои анекдоты столько лет, ты заметил, у меня нет анекдотов про президентов, про наших. Вот. А если есть, то это очень редко и действительно вот... По сути, да. Почему? Ты боишься сесть? Заслужить надо. Опа. Ну не могу я, извини, про это пуйло рассказывать анекдоты. Ну, потому что он пуйло. Зачем же мне про него... То есть анекдот – это уже вошел в историю, да? Получается так. Анекдот – это даже смешной... Это звездочка, да? Это, некий бонус. Это вот раз про тебя рассказывают анекдоты, значит, ты хороший политический деятель. Ну, как минимум, ты фигура яркая. Фигура, ну, то есть да, Сталин фигура. Да, да. И Гитлер фигура, о Гитлере же тоже рассказывают анекдоты. Ну, такие, больше жалкие, конечно. Или это другая история? Это политическая история? Для меня не фигура, то есть как бы это зло большое, и рассказывать не буду. Про Сталина, да и неинтересно. Параноик. Хотя не дурак был в молодость. Ну, то есть... Слушай, а еврейские анекдоты? Ну, ты же еврей. Еврей. И это прекрасно. Не обижают тебя еврейские анекдоты? Они просто бывают глупые, а бывают смешные. Ну вот один из любимейших, достаточно свежих, вот, Рабинович, что вы опять судитесь с больницей? Они же вас прооперировали, замечательно вы выздоровели. Выздоровел? Посмотрите, какой шов остался. Они же меня на органы пустили. Теперь какой-то олигарх ходит с моим аппендиксом. Ну, слушай, но анекдоты, которые, ну, я и все, наверное, считают еврейскими, они, ну, как вот и там габровские какие-то истории, да, они же высмеивают недостатки, там, жадность, там, я не знаю, какую-то... Евреи не жадные, они... Евреи разные. Анекдот – это же обобщение, понимаешь? Нет, такое? Оно понятно. Но вот те же габровцы или у англичан – это шотландцы, да. Которые тоже скупы. Вот рассказал бы анекдот, ну хорошо, ладно, приходит в аптеку
шотландец, военный, в килте, там, в шапке, достает такой из кармана такой презерватив, ну, просто кусочек резинки, колечко, и кладет их, говорит, это можно починить. Аптекарь посмотрел, говорит, ну, новый стоит 4 пенса, а ремонт будет стоить 3. Тот забирает, говорит, я сейчас вернусь. Через полчаса приходит, полк решил ремонтировать. Они считают каждую эту самую, габровцы такие. Вот, хотя... Они экономные. Да, ну опять же, вот в еврейских анекдотах, ну нет просто еврейских анекдотов, в национальных это очень сложно. То есть, если это муж и жена, то они везде муж и жена. И конфликты, какие-то коллизии у них все равно одинаковые. Будь то есть, они могут быть Петрой и Дарка, евреи, могут быть русские. И Изя, и Циля. Это может быть кто угодно, Сёма и Люся. Слушай, а евреи рассказывают анекдоты об украинцах? Я не знаю. Но если это смешной анекдот, то почему нет? Вот. Но когда это... просто есть некие вещи, которые... я даже не знаю, как это сказать. Святые или это, ну, образ жизни. То есть вот мама. То есть еврейская мама и сын. Но это вот нечто такое. То есть, ну просто больше ни у кого такого нет. Тоже может еще у армян такое, но не до такой тоже, но не до такой степени. Ну, есть же понятие идишин маме, понимаешь, да, это особое. Да. Так вот, когда... Нет, в Италии может быть еще где-то. Нет, там, просто думаю. Когда сидят три одесситки таких, одна говорит, мой Изя, говорит, в Европе сейчас там адвокатом. Все там замечательно работает. Говорит, а мой Фима, он, говорит, в Америке врачом и хорошо все зарабатывает. Говорит, а мой Сёма, он, говорит, просто учитель, но он каждую неделю ходит к психотерапевту. Знаете, о чем они там говорят? Целый час. Обо мне. Вот. Это даже не анекдот, слушай, это вот чуть не прослезилось. Сейчас люди просто могут подумать, что мы сидим сейчас и вот нетолерантно, опять же, почему делим на еврейские, там, на какие-то, но это то, Камасутра... что мы видим, это то, что мы слышим, и это то, что да. есть в нашей жизни, да, и абсолютно никакой расовой дискриминации в нашем разговоре нет, потому что, ну, опять же, анекдот же не рождается вот так просто. На самом деле. То есть ситуация, которая житейская. Это сгусток иногда ментальных, иногда действительно каких-то национальных особенностей. Либо житейское обобщение на самом деле. Либо житейское обобщение. Или же вот ситуация, которая вот реально там... Ой, ты меня вынуждаешь рассказывать анекдоты, ну вот, ну на грани... И, мы с тобой сами такие на грани. А они... Почти граненые. Ну давай. Хорошая мысль. Мы многогранные, вот, Саша. Да. Я подбирала слово. Давай. Дама одесситка садится с сыном в такси и куда-то ехать. Говорят, мама. Говорит, а что это за тети стоят на улице? Вот. А таксист так говорит, это проститутки. Говорит, а у них есть дети? Это поворачивается, говорит, конечно. Говорит, а кто? Говорит, таксисты. Ты знаешь, ну что ты тут скажешь? Не, ну то, что на грани, то на самом деле самое классное. Ну вот, да, то есть нет, он абсолютно приличный. У нас же ж, как это, боятся иногда сказать не сама ситуация, а словами. Как говорила Раневская, говорит, жопа есть, а слова нет, не может такого быть. Так и здесь, то есть мы же ничего не сказали неприличного.
Ты сам придумываешь анекдоты? Случается? Ну, они у тебя рождаются хорошо? Иногда, да, ситуации, что-то было не так давно, записал, сейчас не вспомню. Угу. Вот, ну, надо записывать, конечно, да. Дело не в этом. Я каждый, то есть у меня большая коллекция, я их собираю, то есть еженедельные подборки, и там действительно очень много. И можно уже книгу даже попытаться издать, хотя кто ее сейчас будет читать? Сразу столько, они же обхохочутся и все помрут. Ну, смех же продлевает жизнь, ну что ты. Кстати, ты в это веришь? Да, я на эту тему тебе анекдот расскажу. Утром после бурной ночи парень с девушкой в постели. Девушка говорит, он ей говорит, ну что, еще разик? Говорит, ну понимаешь, смех, он продлевает же только жизнь. Какая гадость, если честно. Я же не сказал ничего плохого. Нет, не сказал. Слушай, у тебя подборки вот ежедневные твои, они тематические или, ну, чем навеяло, скажем так? Вот сегодня, между прочим, день паники, если ты в курсе. Нет. Вот. Но я не стал анекдоты про панику никуда вставлять. Ты пришел в программу «Пани Ипановой», а не «Паника Ипановой», поэтому все нормально. Ну да. Панические куплеты, то есть комические куплеты, есть панические куплеты. Почему в мирное время, почему генералы не бегают в армии? Потому что в мирное время это смешно, а во время войны это вызывает панику. Пройду много анекдотов. Ну, был такой ресторанчик, то ли японский «Такида», то ли одесский «Такида». И вот я долго думал, таки, к чему это так и присобачено. Ну, слушай, если у нас магазин обуви называют «Шагал», то ну что это, господи. Или магазин «Капелюхи» в «Анна Каренина», уже, по-моему, его нет. Ну, это люди с таким, знаешь, с особым чувством. Ты понимаешь, юмора. Марк Шагал, Тадж Махал, кто только чем не занимается. Поэтому я не удивляюсь. Сейчас много на злобу дня рождается анекдотов? Или это старые, перелицованные чаще? Что это? Есть. Кстати, в Украине меньше анекдотов. И сайта нет своего. Я пытался этот вопрос как-то порешать, но надо регистрировать торговую марку для того, чтобы получить сайт в домене UA. То есть там in.ua, com.ua, это пожалуйста. А вот чтобы просто анекдот.ua, оказывается, надо зарегистрировать торговую марку. Ну, то есть это достаточно большие вложения. Я подумал, решил, да, грен огнем. Вот. Хотя, если есть анекдот.ру, почему у нас не может быть анекдот.ua? Ну, слушай, сейчас давай закинем идею, краудфандинг, соберем и сделаем. Ну, это же классная штука. Не, лень? Сейчас уже сайт не сильно актуален. Сейчас все вот эти мессенджеры, Инстаграм, Телеграм и так далее, они более актуальны, их больше читают. А сайт это... Слушай, если кто-то захочет написать диссертацию о новом украинском анекдоте, то как раз собранное в одном месте очень может помочь. По мессенджерам новый рыться... Новый украинский анекдот. Понимаешь, сложно. О ком рассказывать? Вот те, извините, политические деятели, которые есть, может, 2-3 человека, про которых можно рассказать. И анекдоты про Рабиновича, это не про того Рабиновича. Безусловно. Это про некого абстрактного. Поэтому... Ну, кстати, вот люди с юмором, люди пишущие, творящие, они считают из всех наших президентов самым подходящим для там комиксов, для трендов, да, Кучму. Даже не могу сказать. С Брежневым, конечно, его не сравнить. Про нынешнего президента анекдот есть. Ну, как? Украинский цирк обанкротился. Потому что клоун руководит страной. Оно вроде как бы и не смешно, и смешно. Ну, оно станет смешным, когда будет следующий, я думаю. Оно станет более смешным. Сейчас пока те, кого это задевают, для них это обидно. Те, кого это задевают с другой стороны, для них это, ну, больно, наверное, потому что это действительно... Когда они делают что-то
вот политические, политики, скажем так, когда они допускают ляпы, классные ляпы, которые становятся анекдотами, это понятно. А просто переходить на личности, это неинтересно. Есть детские анекдоты? Детские? Ой, сложно. Ну, такие, которые дети рассказывают друг другу, знаешь? Ты знаешь, сейчас нет. К нам позвонил когда-то на передачу мальчик, начал рассказывать, ну, очень грубый, похабный. Ну, то есть мы успели буквально на втором слове отключить телефон. Ну, вот просто Олег очень четко это дело пресекал. Кто в твоей жизни лучший рассказчик анекдота для тебя? Для меня? Угу. Ну, кроме тебя самого. Ну, папа, наверное, был, да? Ну, папа был, да. А сейчас, ну, вот я любил этот «Золотой гусак». Там была хорошая компания. Вот. Но они как бы занялись самолюбованием больше. Есть несколько актеров украинских, которые хорошо рассказывают. К сожалению, я вот... С именами у меня плохо. Угу. Ну, то есть среди твоих друзей нет таких ярких? Олег Фастовский хорошо рассказывает. Ну, вот Кольцов с Грибницким хорошо. Женя Чепурняк. Вот, Женечка, он умничка, да. Вот, он действительно хороший, большой актер и хороший рассказчик. Я его очень уважаю и люблю. Вот, кто еще? В городе я даже как бы сильно не сталкивался. Есть люди, которые, да, многие мне пытаются, ну, есть у меня еще один знакомый, он пытается, вот, ну, у меня воспитательный процесс идет. Он пытается все анекдоты рассказывать с таким акцентом, типа одесско-еврейским. А я ему объясняю, что этого делать не надо, потому что... Ну, то есть это усугубляет. Это не смешно, а пошло и грубо. Не каждый анекдот становится смешнее от того, что ты его расскажешь. Скорее всего. Я поэтому не рассказываю никогда, ни с каким акцентом. Я все анекдоты пишу, то есть исправляю все вот эти вот словосочетания, где, то есть они у меня говорят нормальным русским или украинским языком, литературным, насколько это возможно. Вот. И тогда это получается значительно смешнее, чем коверкать язык. Вот. Мы же не коверкаем там английский язык или грузинский язык. Ну вот. Есть такие, которые коверкают. Вот. И получается плохо. Хотя из грузинских анекдотов. Ну, армянское радио — это вообще отдельная тема. Есть такая история, причем это быль. Было всесоюзное совещание там где-то в 70-е годы, всесоюзное совещание радищиков, или как это правильно назвать, радищиков. Вот. И стал председательствующий этого, а все это в Москве, говорит, а сейчас представитель армянского радио, выступит представитель армянского радио. Понятно. Ну вот в зале там начало твориться несусветное. Черти что. Да, народ начал это самое. А когда он вышел на трибуну, первое, что он сказал, что нас часто спрашивают. Все. Все, зал сполз под кресло, и вообще больше ничего невозможно было сказать. Но это было, это действительно реально такая ситуация. Потому что вот так. Очень циничные анекдоты рассказывают врачи. Ну, врачи, да. Ну, вот сегодняшний анекдот у меня как раз против них. Говорят, мы не будем слушать врачей, наливайте. Ну что, чокаемся водичкой с тобой. Ну, что ж. Спасибо тебе большое. Мы на самом деле собрались не рассказывать анекдоты, а поговорить о них, потому что это действительно очень интересный пласт. Врачи — это отдельная тоже тема, это очень люди, которые постоянно на грани. А иногда они заглядывают за грань, и вот этот их цинизм — это защитная, скорее всего, реакция. Вот. Но при этом они, ну, то есть хорошие врачи, они всегда рассказывают хорошие анекдоты. И чем чернушнее, тем
Есть на примете такой сейчас, вот так, из памяти? Из памяти? Ой, на вопрос, почему больному забыли в животе часы, хирург ответил, что время лечит. Все, давай на этом закончим, потому что дальше пойдет хуже. Нет, хуже не пойдет. Я, вот ты говоришь, я ж прокрутил в голове несколько анекдотов, которые... То есть пока ты думал, то у тебя там А у меня думал, да, думалка работает, и я стараюсь рассказывать анекдоты, которые можно рассказывать в большой компании малознакомых людей, коими являются наши телезрители, да. Ну, теперь познакомились. Спасибо тебе большое. Вежливый, смешной Тебе Саша. Спасибо, что пригласили. А я думаю, что не последний раз, потому что мы только так ковырнули Да, там тему. Пласт копать и копать. Вспомнили, но мне очень важно было понять, откуда это в тебе. Мне кажется, я поняла. А скажи мне, можно ли развить чувство анекдота в человеке? Это надо с детства делать? Или человек с этим рождается? Даже не знаю. Есть люди... Или, вот... или жизнь составляет? Нет, у меня просто есть некоторые знакомые. Они так смеются, я так люблю им рассказывать анекдоты. Они вот, причем я могу этот анекдот через месяц рассказать, они все равно будут смеяться. Они их не запоминают. Они их просто не запоминают. Они их не могут рассказать никому. Но они так радуются, когда я звоню, рассказываю анекдот. И смех вот настоящий, здоровый, естественный, не из вежливости, а люди ржут. Ты его не подделаешь, конечно. Да. А потом они говорят, я ничего не запомнил. Ладно, я сделаю вид, что я ничего не запомнила, и приглашу тебя еще раз. Добре? Хорошо. Спасибо тебе большое, дякую вам за увагу. Це був Олександр Летичевський. Ми так і не зовсім конкретно визначили, хто він є. Ну, анекдотист, анекдотчик, анекдотер. Так? Да. Дякую, до побачення. До свидання.